Новый год, всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пройдет. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пройдет. Самый волшебный день в году. Мне не нужны ничьи подарки, ведь я и сам уже могу стать самым лучшим Сантой. Всем моим братьям салют, и в небо летит салют. Где мой любимый салат? Нас мама зовет к столу. Я загадаю желание, чтобы исполняли желания у всех. На мне много льда, и поэтому в курточке деду в подарок снегурочку. Детка одета с иголочки, дай мне, что прячешь под елочкой. Гирлянды в бриллиантах висят на футболочке, в руках зеленые стопочки. Меня греет твоя любовь, так зимой в животе греются бабочки. Зови меня тостер, я поднял тост за всех своих пацанов. Все очень просто, мы уже звезды, космос не так высоко. Семья загадает желание, я должен выполнить все. Этот бенгальский огонь, да горит, как этот год, несите другой. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пойдет. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пойдет. И всем привет, ребята! Уже слышно бой курантов. Я влетаю, будто Санта, и сияю, как гирлянда. Что там в коробках? Это подарки. Что там под елкой? Это же ламба. Мама готовит тазик салата. Едет мороз, но я не твой папа. Нет, ой, снег под ногой, и он хрустит, будто чипсы. Мой братик со мной, но не один, а четыре. Это Лайк, это Джонни, это Лимба и Егор Крис. Мы всей бандой вас, ребята, поздравляем с Новым годом! В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пройдет. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пройдет. Праздничный новогодний эфир. Мы желаем вам доброго утра 30 декабря уходящего 2022 года. Мы ведущие нового утра. Очаровательная Маша Максимлюк. Несравненный Дмитрий Шиш. Вся наша дружная творческая команда за кадром. Готовы будить вас этим прекрасным утром, дарить хорошее настроение и только позитив. Еще день, и 2022 уйдет в историю. Сколько всего произошло за этот год? Другого такого и не вспомнишь. Испытаний выпало много, но главное, мы их с достоинством выдержали. И теперь надеемся, что Новый год принесет больше радости, чем страданий. Избавит нас от переживаний, невзгод. Мы согласны больше работать и быть добрее и внимательнее ко всем, лишь бы жизнь не преподнесла нам неприятных сюрпризов. Вообще-то 2023 год
как убеждают нас знатоки восточных традиций, пройдет под покровительством водяного кролика или кота. Астрологи утверждают, что год обещает принести спокойствие и гармонию. Ведь кролики, как и коты, животные дружелюбные, ласковые, добрые и нежные. Черный цвет будет сопутствовать символу, а правящей планетой будет Венера. 2023 год обещает победу и успех, дарит время для великих дел. И если вы считаете, что это все, то ничего подобного. Мы еще знаем, что именно год обещает каждому знаку зодиака. Далее об этом в нашей рубрике «Астропрогноз». Овен. Для этого знака зодиака звезды даруют небывалую удачу, много перспективных и радостных событий, успех и много начинаний. 2023 год будет удачным для получения образования или повышения квалификации. Также у вас возможно прибавление в семье. Тельцам год черного водяного кролика обещает стабильность в финансовых делах, семье и карьере. Велик шанс встретить новых друзей или делового партнера. Также рекомендуется не тратить бездумно деньги. Главное – пользоваться моментом и не упустить шанс. Близнецы. 2023 год принесет этому знаку зодиака удачу во всех делах и начинаниях. Звезды настоятельно рекомендуют осуществлять давние желания. Астрологи говорят, что в год кролика стоит пересмотреть свои привычки и питание. Стоит также подготовиться к расставаниям и увольнениям, но пройдут они быстро и легко, так как на горизонте образовались новые возможности. Спокойной и размеренной жизнью порадует 2023 год раков. Испытание на прочность и терпение не ожидается, поэтому можно выдохнуть. Год кролика обещает исполнять желания быстро и легко, стоит щелкнуть пальцами. Год обещает путешествия и появление денег, а вот неприятных людей удастся избежать. Для львов 2023 год может стать напряженным. Впереди много событий, которые будут судьбоносными. Главное – принять правильные решения. К счастью, все трудности удастся легко преодолеть. Также рекомендуется уделить больше внимания своему здоровью. Звезды сулят смену деятельности и круга общения. Девам 2023 обещает исполнение желаний и мечты. Рекомендуется избегать кредитов и займов, а в год кролика придется ограничить свои капризы. Из приятного представителя этого знака ожидают интересные и увлекательные путешествия, которые помогут в работе. Девам в этом году особенно важно выполнять все свои обещания. Следующий год сулит весам много нового. Астрологи советуют больше общаться и повысить свою социальную активность, демонстрировать индивидуальность. Для многих год станет стартом к покорению новых горизонтов. Звезды предупреждают также избегать лишних рисков. К концу года близнецам можно расслабиться. Ситуация в жизни будет стабильной и размеренной. Для скорпионов первая половина года обещает решение житейских проблем и рабочих моментов. Астрологи рекомендуют не скупиться на путешествия и отдых, покупку недвижимости или ремонт, а также на свое здоровье. Чтобы достичь цели, скорпионам придется много работать. Стрелец. Год кролика будет богат на различные события. Придется много работать, но и давние вопросы удастся решить. Стоит отложить все свои второстепенные дела, а внимание уделить лишь тому, о чем давно мечтали. Вопросы необходимо решать быстро, а ситуацию держать в своих руках. 2023 год станет успешным для роста в карьере, стоит лишь продумать свои шаги и решения. Козерогам год принесет много событий, откроет возможности и новые горизонты, но их исход будет полностью зависеть от самих представителей знака. Козерогам стоит работать усерднее, тратить свои силы и время, чтобы суметь достигнуть поставленной задачи. Следует внимательнее относиться к своему здоровью. Год кролика советует водолеям посвятить себя освоению новых возможностей. Год порадует путешествиями, интересными увлечениями. Для достижения успехов представителям этого знака придется посвятить себя работе и упорно следовать за мечтой. В целом, у водолеев будет преимущество перед другими. В их жизни появится много людей, которые станут верными союзниками. В карьере рыб ждет небывалый успех. Также стоит ожидать больших перемен в жизни, которые могут увеличить материальное благополучие. Главное для рыб – не откладывать текущие дела, а вовремя их завершать.
Стоит внимательнее присмотреться к здоровью. Рыбам рекомендуется действовать, а не ждать чего-то. Самое главное, что в любом вопросе рыбам смогут помочь родные люди. Доброго утра, с наступающим Новым годом! В этом году везло только тем, кто везет. Не в смысле за рулем сидит, а тем, кто старался работать в полную силу, не обращая внимания на обстоятельства. Наш генеральный партнер, строительный холдинг K7 Group, практически готов принять жильцов первой очереди жилого комплекса «Алия». Мы еще встретимся сегодня с представителями компании K7 Group и узнаем подробности. А пока напомним, что все новости о строительстве можно прочитать на странице K7 Group в Инстаграме. K7 Group. Мы строим будущее. Доброе утро! Новогодний стол – главное украшение квартиры в новогоднюю ночь. Сколько старания, чтобы все купить, продумать рецепты праздничных блюд и приготовить и украсить. Маш, вот ты занимаешься подобными вещами? Я переложила эту ответственность на свою маму, но морально всегда поддерживаю. Да, но я считаю, что вкусности на новогоднем столе обязательно должны быть. Главное – не забудьте про горошек. А если серьезно, то лучшие цены до 31 декабря в торговой сети «Анвар». Каждую неделю в гипер- и супермаркетах действуют скидки на ряд товаров. Сегодня это яблоки Голден по 359 тенге за килограмм. Грибы-шампиньоны для салатов и горячих блюд по 1250 тенге. А еще многие поняли полезность авокадо и готовят с этим экзотическим фруктом салаты и закуски. Стоит авокадо 499 тенге за штуку. Лучшие цены для покупателей магазинов «Анвар». Участвуйте в еженедельных розыгрышах призов от «Анвар» и его партнеров. Все подробности на странице «Анвар Ритейл» и списки победителей акций и розыгрышей там же. Впереди выходные, а значит, появится время для зимних прогулок. Свежий воздух закаляет и избавляет от последствий вирусных заболеваний. Нужно только правильно одеваться и выбирать место, и время тоже. После Нового года непременно нужно оздоровиться под руководством специалистов, посетить баню, посидеть кедровые бочки. Все эти еще десяток полезных процедур вам предоставит курортно-санаторный комплекс Шипалы Аяла. Находится он неподалеку от жилого массива Акжар-2. Можно добраться не только на машине, но и на автобусе. Номер 42 и 51А. Остановка Самал. Для консультации звоните и пишите по номеру 8-701-264-06-12. Шипалы Аяла. Подарите праздник своему организму. Во время новогодних каникул люди склонны отпускать тормоза и на всех парах мчаться в сторону излишеств и разрушающих привычек. Как одновременно получить удовольствие от праздников и не пожалеть о лишних килограммах и сбитом режиме, мы узнали у экспертов в области лайфстайла, диетологии и фитнеса. Обо всем расскажут наши новогодние советы. Несколько полезных советов, как встретить Новый год и остаться живым и здоровым. Совет первый. Получайте удовольствие от еды. Старайтесь придерживаться привычного для вас объема порций и не набирайте на тарелку все, на что только упадет взгляд. Обратите внимание на те блюда, которые вы не можете попробовать в остальное время года. Может быть, не стоит налегать на салат оливье, если на столе есть что-то новое. Совет второй. И ешьте больше овощей. Запомните, в нашем питании должен быть баланс. Вам необходимо соблюсти разнообразие, составив на своей тарелке равноценный микс из белков, клетчатки и углеводов. Как правило, новогодние столы ломятся именно от белковых продуктов – рыба, икра, мясо, сыры, переедание которых приводит к тяжести и дискомфорту в желудке. Чтобы вам не пришлось мучиться от боли после застолья, не забывайте про овощи. Они помогут пище усвоиться, а вам избежать мучительных последствий. Совет третий. Не сидите дома. Как правило, праздничный режим предполагает много еды, сна и ничего не делания.
Вместо традиционного лежачего просмотра телевизора сходите с друзьями на каток, прокатитесь на лыжах, в конце концов отправьтесь на прогулку в парк. Когда еще вы сможете прогуляться вместе с семьей и друзьями в будний день, да еще и днем? Совет четвертый. Запланируйте дни на восстановление. От праздничной суеты, встреч и развлечений можно устать не меньше, чем от привычной работы. Наш организм нуждается в передышках и между весельем. Запланируйте себе хотя бы один день на отдых, без друзей, телевизора и алкоголя. И ложитесь спать вовремя, а не под утро. Совет пятый. Придерживайтесь режима. Вечеринки и семейные посиделки не должны нарушать ваш спортивный режим. Если вы привыкли начинать утро с часовой тренировки, не смейте себе в этом отказывать. Совет шестой. Ходите на дополнительные тренировки. Постарайтесь потратить выходные с умом. Например, освоить новые тренажеры в фитнес-зале или сходить на урок танцев. Дополнительные занятия пойдут только на пользу здоровью и фигуре. Совет седьмой. Пейте больше воды. Да, простой, чистой воды. В праздники потребление алкоголя и кофеина возрастает в геометрической прогрессии. Чтобы это не сказалось на вашем организме, первым делом необходимо увеличить количество потребляемой жидкости. Совет восьмой. Не бойтесь отказывать. Может быть, еще добавки? Нет. Давай еще налью? Нет. Может быть, ты поедешь домой попозже, ведь так весело? Нет и еще раз нет. Не бойтесь отказывать, особенно когда чувствуете, что вам это необходимо. Доброго утра! Мы желаем всем тем, кто уже проснулся 30 декабря. На календаре один день до 2023 года. Главный совет перед Новым годом – сохранить здоровье и хорошее настроение. А где можно пройти курс оздоровления, если время позволяет выехать за пределы Актобе? Подскажем адрес: Оренбург, центр Максимед. Там знают актюбинцев и радушно встречают и предлагают самые современные программы оздоровления, всестороннего обследования и лечения. Добрый день, дорогие мои казахстанцы! Хайырлы күн, құрметті қазақ елі! Вас приветствует золотая колыбель, Алаша, город Оренбург. Сіздерге Алаштың алтын ордасы Орынбордан ыстық сәлемімізді жолдаймыз. И хочется вам пожелать счастья, мира, долголетия и, самое главное, здоровья. Ал енді сіздерге медицина саласындағы қызмет көрсету керек болатын болса, ол туралы мен сіздерге айтып беремін. У нас в Оренбурге говорят: семь бед, один Максимед. Максимед – многопрофильный медицинский центр в Оренбурге. Здравствуйте, меня зовут Ирина Игнатьева. Я репродуктолог клиники Максимед. Здравствуйте, я Евгений Ястеров, ведущий пластический хирург клиники Максимед в Оренбурге. Здравствуйте, я Елена Панова, врач ультразвуковой диагностики клиники Максимед. Здравствуйте, меня зовут Константин Сивожелезов. Я хирург, специалист по лечению синдрома диабетической стопы клиники Максимед. Всем привет! Я Юлия Толпекина, гинеколог, репродуктолог клиники Максимед. Добрый день! Я Гавриленко Вадим Геннадьевич, пластический хирург клиники Максимед. Добрый день! Меня зовут Михаил Тришин. Я эмбриолог клиники Максимед. Ал енді сіздерді осы медициналық орталығының басты дәрігерлерімен таныстырып қоюға рұқсат етіңіздер. Медицинском центре Максимед оказывает услуги кардиолог, терапевт, косметолог, хирург, пластический хирург, гинеколог-репродуктолог, стоматолог, невролог, дерматолог, аллерголог и многие другие. Халымыз қалай? Жақсы. Жалпы функционалдық медициналық орталығы. Бүгінгі күні шекаралас аймақтағы пациенттерге көптеген ыңғайлы қызмет көрсетуде. Для вашего удобства многопрофильные клиники Максимед вас ждут 10 комфортабельных палат с круглосуточным медицинским наблюдением, ресторанным питанием и лекарственным обеспечением. В случае необходимости многопрофильная клиника Максимед обеспечит проживание в Оренбурге ваших родных, обеспечит трансфер по городу. Максимед оплатит вам транспортные расходы из Казахстана и обратно, потому что законы гостеприимства здесь святы. Многопрофильный медицинский центр Максимед создан по аналогии с ведущими клиниками мира, а в некоторых случаях может даже и превосходит. Құрметті қазақ елі, осымен Орынбордағы Максимед
медициналық орталығына қысқаша саяхатымызды аяқтаймыз. Сонымен қатар айта кететін бір жағдай, бұл жерде орысшадан қазақшаға, қазақшадан орысшаға қызмет атқаруда. Сіздерге зор денсаулық, бейбітшілік, аспанымыз ашық, бақытты болайық. Сау-саламат болыңыздар. Доброе утро! А под вашей елкой уже приготовлены подарки? Далеко не все успевают их купить. Нет времени бегать по магазинам, и не стоит этого делать. Лучшие подарки – полезные вещи для дома. А они в огромном выборе в магазине «Туркеви». Кстати, ты уже приобрела что-нибудь для своих родных и близких? Как и все, откладываю все на последний момент. Но, безусловно, знаю, куда ехать за подарками для своих родных и близких. Текстиль для кухни и ванной, салфетки и скатерти, постельное белье и одежда для дома. А еще мебель в гарнитурах и отдельных предметах. Всем покупателям повезет участвовать в розыгрыше подарков, который состоится 14 января. О скидках и акциях читайте на странице Туркеви в Инстаграме и приезжайте за подарками себе и близким в магазин Туркеви по адресу проспект Санкибай-Батыра, 24Т. А также можете позвонить по номеру и узнать о поступлении 8 778 505 06 76. Напомним, что розыгрыш состоится 14 января в прямом эфире в Инстаграм на странице Туркеви. Так что, дорогие друзья, не проспите в суете новогодних праздников. Праздник к нам приходит. И Рика ТВ в новогодний вечер поздравит всех актюбинцев в концертной программе с участием наших талантливых детей, в том числе учеников центра «Талант Студио». Смотрите на нашем канале 31 декабря в 17 часов. С наступающим! Куда пойти с детьми в каникулы? Горки, санки, развлекательные центры. Программу можно составить на всю неделю. Но оставьте в ней место для кино. Ведь такие отличные фильмы идут сейчас именно для семейного просмотра. Какие именно, расскажем в рубрике «Кинолента». Я известен под многими именами. Рыцарь хвоста и шпаги Машо Грото. Дон Лакайло. Я кот в сапогах. Студия Universal Pictures презентовала полнометражную анимационную ленту DreamWorks «Кот в сапогах 2. Последнее желание». Это сиквел мультфильма десятилетней давности. В новой картине знаменитый пушистый одиночка в озвучке Антонио Бандераса окажется в крайне скверной ситуации. Из-за его неудержимой страсти к приключениям у главного героя остается в запасе всего одна жизнь. Поэтому теперь ему нужно быть особенно осторожным. Чтобы восстановить счетчик, он отправляется в эпическое путешествие на поиски мифической звезды желаний. А помогать в опасной авантюре ему будет боевая красотка Киса Мехколапка, ее озвучивает Сальма Хайек, и болтливый пес Перро Харви Гильен. Режиссурой занимались создатели «Семейки Крутс новоселье» Джоэль Кроуфорд и Хануль Меркадо. А сценарий написал Пол Фишер, он же автор «Лего-ниндзяго» фильма. Бизнес по-казахски – это самая успешная комедия в Казахстане. Герои фильмов – Жомарт и его родственники, которые вместе работают в отеле и периодически попадают в различные комичные ситуации. Есть Еркош, который всегда теряется во время международных путешествий. Еркош терялся в Америке, случайно улетал в Африку и даже пропадал на территории Северной Кореи. Действие шестой части франшизы происходит в Индии, но в этот раз потеряется Жомарт, и Еркош с родственниками будут его искать. Основной посыл каждого фильма – показать внутренний мир и быт страны, в которой происходят события. Мир богатых и бедных, улицы, дома, природу, людей с их ценностями.
Зрители вместе с главными героями путешествуют и узнают много интересного о странах. Поэтому комедия «Бизнес по-казахски» популярна каждый год. Зачем появился у нас Джейк Салли? Я только хочу уберечь родных. Амбициозный режиссер Джеймс Кэмерон не забыл про свое грандиозное детище – фантастический во всех смыслах «Аватар». И продолжил его спустя целых 12 лет. Согласно сюжету новой картины «Путь воды», главные герои Джейк, Сэм Уортингтон и Найтири, Зои Салдана, обзавелись большой семьей и детьми. Однако они вынуждены принимают еще одного ребенка, родившегося на военной базе планеты Пандора Майлса Сокорро. Мальчишка не смог отправиться на Землю, поскольку был еще слишком мал. Мать Найтири, разумеется, видит в приемном сыне потомка своих заклятых врагов, некогда разрушивших ее дом и убивших отца. Предчувствие не обманывает героиню Зои Салдана. Выясняется, что человеческие захватчики намерены довести дело до конца и завоевать Пандору. Это первое из четырех запланированных продолжений «Аватара», часть съемок которого прошли под водой. Разрабатывая сценарий, Кэмерон заложил в него сходство культуры Нави с индуисткой, например, синий цвет кожи жителей Пандоры и само название «Аватар». Главным достоинством своей картины режиссер считает не зрелищность, а то, что у кинофильма есть сердце. Чтобы убедиться в этом, надо смотреть онлайн в хорошем качестве, а лучше в большом зале. «Путь воды». Все дети, да и многие взрослые, любят конфеты. А если это конфеты от лучших производителей шоколада, да еще с марципаном, то они станут настоящим украшением для новогоднего стола. Огромный ассортимент шоколада Линд и марципана Зентис из Европы вы найдете в супермаркете Дастархан. Улица Исет Батыра, 95. И в магазине Алкабрик, проспект Али Молдагуловой, 30Б. Жилой комплекс Арман за центральным стадионом. Подписывайтесь на их страницу «Супермаркет», подчеркивание Дастархан, нижнее подчеркивание Актюбе и Алкабрик. По всем вопросам можно также обращаться по телефонам 8 747 548 0348 и 8 776 140 95 37. Так что, друзья, лучшие продукты, лучшие товары вы найдете в супермаркете Дастархан. С наступающим! Праздничный выпуск «Нового утра». Мы приветствуем всех и всех с наступающим новым 2023 годом. Одна из тем, которая всегда волнует актюбинцев – это экология. Да, мы живем в промышленном городе, и выбросов предприятий делают немало. Плюс автомобили, которые воздух тоже не озонируют. И, конечно, мусор, бытовые отходы, их было бы неплохо сортировать и перерабатывать. Все эти проблемы хорошо знают местные экологи. И вместе с волонтерами борются изо всех сил за чистоту воздуха и городских территорий. Что удалось сделать в этом году и планируется в следующем, спросим у наших гостей. У нас в гостях Айман Казим, эко-консультант и основатель волонтерского экологического движения Save Актюбе Тимирлан Жолдыбай. Доброе утро, Айман, рады видеть. Доброе утро. В наших программах вы постоянно участвуете, не только в «Новом утре». Тимирлан, насколько мне известно, ты основал волонтерскую группу. Наверное, с помощью Айман тоже, да? Расскажите, большая кто входит поддержка в вашу команду и как вы ее вообще собирали? Команду собрали через социальные сети. В команде может вступить каждый, кто хочет внести свой вклад в развитие экологической культуры нашего города. А что было главным мотивом объединиться? Климатические проблемы нашего города. То есть тебе самому это интересно? Очень. Ты собрал возле себя единомышленников. И вы обсуждаете это все и решаете. С каких проектов вообще начинали? С экосубботников.
Сначала были субботники, потом познакомились с Аймангази и начали эко-субботники. Как познакомились? Вот на самом деле Тимерлан, основатель Save Aktobe, самостоятельно, без моего участия вообще. Они провели ряд мероприятий, после которых нашли меня уже. И эти субботники, они чистили территории общественных мест по городу, вообще брали любую территорию. Ребята, их порядка 40 человек на тот момент было. И потом решили добавить эко. Я их научила сортировать и сдавать в переработку то, что можно сдавать. Айман, сколько времени понадобилось, чтобы вот вовлечь все-таки молодежь? Сейчас она очень сложная, и я не ко всем сейчас обращаюсь. Но все равно заинтересовать. Ну, вы знаете, многие безразлично же этому. Ну, лежит мусор и лежит. Ну, а не говорите так. Ну, я же говорю, не объединяю всех. Да, да, да. Дело в том, что неравнодушной молодежи на самом деле очень много. Мы буквально на прошлой неделе провели встречу волонтеров, где присутствовали ребята из 4 различных волонтерских организаций, и часть еще других волонтерских организаций просто не смогли присутствовать. То есть это не просто тренд, как модный тренд на там один сезон. Я думаю, что это такая очень устойчивая стратегия, и у детей интерес действительно такой неподдельный. А вообще, чем им дает экологическое волонтерство? Вот что дает? Вот, Тимерлан. Тимерлан, твоим единомышленникам. Это помогает нашим ребятам открыться, раскрыться, узнать свой путь. Это, так как это встреча, единомышленники там собираются и создается круг единомышленников. А сам как ты пришел к этому? Благодаря соцсетям. Через соцсети? Да, сидел в ТикТоке, попалось в видео, узнал глобальную проблему и захотел внести вклад в наш город. Спасибо. Что за год удалось сделать? Организовать массовые мероприятия, эко-субботники много. Мы основались в августе этого года и присутствовали на многих мероприятиях, на концерте Ирины Кайратовны, на футбольном матче. Доказали, что даже делали поход... какие-то коллаборации, да? Конечно. Вот, насколько понял. Да. Да. А в основном идеи исходят от молодежи? Да. В основном идеи от нас, и нас приглашают разные организации, компании. А получается как? Дело в том, что ребята, у них очень много энергии. В 15 лет, ну, Дим, себя помнишь? Я работала на телевидении активно уже, да. Вот, аналогично. Я была в поиске себя, я искала решения какие-то, ходила к таким же взрослым, которые были на тот момент для меня примерами, да. И, в общем-то, аналогично поступают ребята. А наша задача – поддерживать этот интерес, давать им повод для того, чтобы развивать этот интерес дальше. Таким образом, мы участвовали как раз вот, волонтерили на концерте Ирины Каратовны, были участниками футбольного клуба «Актюбе», когда вот финальная игра была с ФК «Карат», принимали участие на форуме урбанистов республиканском, который у нас был вот в начале месяца. То есть, на самом деле, обеспечить площадки, где ребята будут видеть, точнее, в рамках которых они несут экологическую культуру и видят и знакомятся других взрослых, которые показывают свою экспертность, увлекают их еще в другие отрасли. Я считаю, что это такой крутой вклад в развитие и расширение всех тех знаний, которые у них имеются. Ну хорошо, что есть наставник, да, который в этом действительно соображает и который в этом может помочь. А вот цели, которые были поставлены, вы их смогли реализовать? Да, смогли. Мы распространили экологическую культуру в нашем городе, и те ребята, которые хотели стать волонтерами, улучшить экологическую культуру в нашем городе, они смогли, они нашли то место, где могут это реализовать. А вот какую проблему могут решить сами жители города, участвуя в экологических различных мероприятиях? Прежде всего, понять, что это не какое-то единичное, да, мероприятие на данный момент уже, и его масштаб. И такой простой пример, как раздельный сбор отходов, если мы все сообща будем пользоваться этим инструментом, может значительно улучшить многие показатели по экологии, экологической культуре в городе. Айман, я знаю, вы этой проблемой давно занимаетесь и активно очень в социальных сетях, слежу за вами. А вот люди понимают действительно, что нужно распределять отходы, или все-таки нужно постоянно об этом говорить везде и не только в соцсетях? Да, Дим, я, конечно, не лезу на рожон там, где человек не готов. Самое важное – быть примером самому,
да, и, конечно, объединяться с теми, для кого эта ценность тоже является важной. Только через единомышленников. Просто кто-то сейчас к этому придет, кто-то через год, а может быть, кто-то никогда не придет. Это личное дело каждого, но продолжать нести эту культуру в народ, я считаю, что это одна из самых важных наших миссий. Как можно повлиять, мои дорогие, на те проблемы, которые не решить без руководства города и области? Сообща. Сплоченность – наша сила. Да, инструмент общественности на данный момент является одним из самых сильных. И нас не так уж и мало, на самом деле, сейчас. Масштабность единомышленники – это большое усиление. Интерес есть? Есть. Однозначно есть. И не только со стороны подрастающего поколения, со стороны более взрослых людей. Потому что в моей команде на данный момент имеются владельцы компаний и фирм, да, есть студенты, не студенты, а преподаватели вузов, которые закончили по специальности экология. Те, для кого это не просто слово, а действительно важная часть их внутренней культуры. И, в общем-то, нас все больше становится. Оказывается, для всех, так или иначе, это такая интересная ценность, не знаю, заложенная. Я помню первые эфиры, когда вы только начинали это все об этом говорить, рассказывать. Это действительно здорово, что сейчас есть результаты. Какие проекты вы вообще считаете удачными, а что собираетесь доделать и продолжить в следующем 2023? Вообще, мне очень понравился проект с коллаборацией с ФК Актобе. На данный момент у нас уже есть устная договоренность о том, что мы будем волонтерить на следующем сезоне. Да? И очень понравилась коллаборация с различными площадками, где проводятся мероприятия. Тот же форум урбанистов, да? Или какие-то еще мероприятия городские, которые посещают огромное количество людей. И мы с волонтерами очень заметны на них, нас обращают внимание. И, в общем-то, я считаю, что таким образом задействовать людей в наш проект через те площадки, где им самим интересно, это наиболее продуктивный способ взаимодействия. Ну, естественно, социальные сети, призывы, ролики. Вот ребята тоже с Save Active снимают очень интересный контент. То есть мы... Вы сами, да, продумываете контент? Да, сами. Да-да-да. А на какую тематику? Вы же во всех направлениях двигаетесь. Больше упор на чем делаете? В плане чего? В плане именно людей, как вы вовлекаете. А через соцсети? Понятно, что через соцсети. Вы делаете контент, вы снимаете его. Но что в этом контенте вы людям показываете? Наш процесс. То, что у нас получается, что с нами очень интересно вообще. Волонтеры – это не только те, кто убирает город, да? Это и они могут участвовать и на форуме, и на концертах, на футбольных матчах. На самом деле ребята прокачивают таким образом свои лидерские качества, свои коммуникативные навыки. А возраст какой? От 13 до 25 лет у нас. Чаще всего это вот как раз вот категория старшей школы, да, в основном. И опять же, мы говорим о том, что лидеры третьего тысячелетия – это люди с прокачанным EQ. Не IQ, да, а эмоциональным интеллектом. Вот как раз все те ребята, которые так или иначе участвуют в наших проектах, это потенциальные лидеры будущего. И просто я вижу их потенциал. И более того, они не просто сидят или смотрят где-то в социальных сетях то, что творится, они идут туда, где они вовлекаются могут быть полезны. В процесс, да? Они делают для этого шаги. А им всего 15, Дим. Ну, это радует. Это радует, что у нас есть такие ребята, которым не безразлична судьба города, да и вообще всей экологии республики и нашей страны. Конечно. Я благодарю вас за эфир, за сегодняшнюю нашу беседу. Хочу поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Уже завтра мы будем праздновать Новый год. А сегодня подготовка. Пусть будет чисто, пусть будет комфортно нам всем дышать в новом году. Аминь. И друг другу помогать. Не забываем об этом. Друзья, мы встретимся с вами совсем скоро. Еще раз с наступающим 2023 годом. Годом кролика. Пусть кролик приносит нам только позитивные эмоции.
С наступающим Новым годом! 30 декабря уходящего 2022 года продолжается. Вместе с нашим генеральным партнером, лидером строительной отрасли K7 Group, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом! Приветствуем в студии менеджера компании K7 Group Айгерим Айджанова. Доброе утро, Айгерим! Доброе утро! Хотели бы поблагодарить от всего нашего коллектива за то, что каждое утро актюбинцы, гости города, не только по телевизору, но и через соцсети встречают новый день с K7 Group. Вообще, как вы оцениваете результаты работы в этом году? Ну, отлично. Что произошло нового? Какие новости компании есть сегодня? Новости у нас в скором времени ожидается торжественное вручение ключей первой очереди и открытие нового офиса. Как вообще повлияла на вас инфляция? Но по последним данным, годовая инфляция в нашей стране ускорилась до 19%. И советуем сейчас уже приобрести жилье, ведь недвижимость – это самая надежная валюта. Ну и вообще, да, инвестиции в недвижимость сегодня – это самый лучший вариант сохранить деньги. Да. Люди понимают это? Да. Вкладываются? Да. Ну, чаще покупка жилья – это лично для себя или вложение денег? Ну, в основном лично для себя и для вложения денег тоже. Айгерим, а в новом году у вас тоже будут новости, о которых мы пока промолчим, мы знаем. Но пусть это будет интрига для наших зрителей, которые каждое утро встречают с K7 Group. Вот конкретно в этом году очень много людей, кто уже заселились, правильно? Нет, вот как раз у нас вручение ключей первой очереди будет в первом квартале. В новом году, после Нового года. Хотелось бы также затронуть тему ипотеки. Вот какие виды ипотеки предоставляются сейчас банки и какие конкретно можно получить K7 Group? Да, мы сейчас работаем с Отпасса банком, а также с банком Центр Кредит. В банке Центр Кредит первоначальный взнос 20%, а в Отпасса банке 30%, а также 50%. Даже если на уровне котлована, можно приобрести в ипотеку через эти банки. Но люди пользуются такими возможностями? Да, конечно. Не боятся? Нет, не боятся. Ну, то есть в любом случае менеджеры по продажам вам объяснят в компании K7 Group. Конечно. Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы вы поздравили всех актюбинцев, кто приобретает у вас жилье, приобретет у вас жилье. Кто, да, планирует такую покупку, может быть, главную в своей жизни. Поздравляю, строительная компания K7 Group поздравляет всех с наступающим 2023 годом. Пусть в новом году, пожелаем в Новый год больше радости, успеха везде и во всем, и самое главное – здоровья. И спасибо вам за то, что строите надежное жилье для всех семей города и не только. Строительный холдинг K7 Group – это действительно та компания, которой можно доверять. Правильно? Да. И мы ваш коллектив от всей души также поздравляем. Спасибо.
Это были таланты, это были звезды, которые на протяжении всего года приходили к нам в студию на все праздники. Детки из талант-студии. Сегодня руководитель данной студии Татьяна Владимировна у нас в гостях. Мы также передаем пламенный привет и Бахытгуле, который сейчас находится в солнечной Турции. Спасибо вам за работу. Татьяна Владимировна, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Я поздравляю вас и всю вашу компанию «Рика ТВ» с наступающим Новым годом. И от нашей студии в честь пятилетия, которое у нас было, в знак нашей дружбы, которая в этом году стала еще ближе и крепче, в знак вашей поддержки нас на протяжении всего года, вы нас поддерживали, освещали все наши фестивали, помогали в организации проведения нашего пятилетия и два последних проекта перед Новым годом. Спасибо вам, Дмитрий Николаевич. Мы хотим вам подарить вот этот памятный кубок с любовью от Талант Студио. Браво! Здесь аплодисменты, Мария. Спасибо. Положительные эмоции. И вы будете вспоминать прошедший 22-й год с улыбкой, глядя на этот кубок, вспоминать Талант Студио. Спасибо вам. Спасибо, успехов, Мария, вам в Мария. Новом 2023-м. Такие позитивные, спасибо. Такие молодые, такие юные, талантливые детки занимаются вашей студией. Успехов и процветания вам. Ну и, конечно же, терпение, как и всем педагогам, которые трудятся в талант-студии. На этой прекрасной ноте, дорогие наши друзья, наши любимые зрители, мы хотим вас поблагодарить за то, что весь 2022 год вы смотрели, просыпались утром, может, где-то просыпали, но были с нами. Мы хотим поздравить каждого, кто смотрит новое утро, и пожелать здоровья, благополучия, любви и терпения. На самом деле 2023 обещает быть позитивным, теплым и добрым. Встретим Новый год с улыбкой на лице. С Новым годом, с новым счастьем. До встречи в 2023.